Мне недавно на кассе спросили паспорт. Говорят, мы хотим понять, вам уже можно пить энергетики? Я говорю, мне в этом году 40, мне уже скоро снова будет нельзя. Тащите скорее, до ноября не так долго. Ну, мне правда в этом году 40 лет, и меня, честно говоря, пугает эта дата. Но, а как не бояться день рождения первой в жизни, который тебе советуют не отмечать? Знаете этот прикол? Типа, отмечать 40 лет – плохая примета. Я думаю, дело не в примете. Мне кажется, просто очень сложно праздновать и веселиться на дне рождения, где именинница рыдает. Типа, сука, мне 40, даже у Сектора Газа нет такой песни. Дорогая, а я ведь полюбил тебя за твои кулинарные рецепты в соцсетях. Там такие изысканные блюда. Дорогой, готовь борщ молча. Это были рецепты для тебя. Nice.